Песок, камни и мелочь на счастье. Такие трофеи вытаскивают сотрудники ДСУ из магнитогорских фонтанов. Резервуары начали готовить к консервации. Перед тем, как отключить воду, рабочие продувают трубы, вычищают чаши. Больше всего работы в сквере металлургов. Здесь фонтаны находятся вблизи детской площадки. Там, да, много песка приходится. Ну, его мы постоянно обслуживаем, постоянно чистим, вытаскиваем песок. Ну и монеток там побольше. Этим летом для горожан работали 16 фонтанов. Некоторые из них отреставрировали. Так обновили чашу в сквере 50-летия ММК. Провели капитальный ремонт каскада у дворца Орджоникидзе. Фонтаны каждый год мы к сезону стараемся, чтобы они были у нас чистенькие. Все равно и плитку где-то поменять, и где-то облазят, потому что и наша же техника бывает коцает, и также, ну, на самокатах, на велосипедах, на скейтах. Вот в парке 50 лет ММК, там вот любят на скейтах попрыгать по ним. Пока же фонтаны продолжают работать. В ДСУ говорят, все зависит от погоды. Предварительные сроки консервации – конец сентября.